Музей археологии. Здесь хранится самая древняя керамика, найденная на территории России. Возраст некоторых фрагментов достигает 14 тысяч лет. Это каменный век, неолит. В Европе в это время даже не помышляли о том, чтобы придавать глине форму и ее обжигать. А здесь, на берегах Амура, уже делали посуду. Как выглядели люди, создавшие эту керамику, ученым неизвестно. Практически не сохранилось человеческих останков того периода. И рассуждать об уровне цивилизации, жившей на территории современного Хабаровского края, можно лишь изучая предметы, которые создавали древние люди. Наша территория, вот территория Хабаровского края, да, входит в своеобразный треугольник, где и появилась в мире древнейшая посуда из обожженной глины. То есть это японский остров Хонсю, мы и ряд территорий в центральном и южном Китае. Вот. И то есть вся глиняная посуда пошла от нас на запад. К сожалению, поскольку письменности не было, тогда нигде письменности не было, никто не зафиксировал, что сподвигло людей начать изготавливать посуду из обожженной глины. Увы, мы не знаем. С каждым тысячелетием ближе к нам мы видим ее улучшение. Мы видим, что люди, местное население овладевает способами изготавливать очень крупные емкости высотой в 60, в 70 и больше сантиметров. Изменяется керамическое тесто. То есть это говорит о том, что человек перепробовал огромнейшее количество глин. Все эти знания держались в голове без бумаги, без компьютера, без каких-либо записей. Плюс изменилась система обжига, изменились добавки, было перепробовано очень много. Плюс орнаментация, она становится очень сильно богаче. Применяются разные методы нанесения орнамента и, естественно, вариации изображений. Это очень трудоемкая работа, требующая колоссальной сосредоточенности. Достаточно сказать, что вот малышевская культура у нас бытовала в промежутке 5-4 тысячелетий до нашей эры. И, скорее всего, в этот период уже появляется, ну, если не четкая специализация, то выделяются люди, которые занимаются, которые способны изготавливать вот такую красоту. В третьем тысячелетии до нашей эры художественное мастерство людей на Амуре в эпоху неолита достигает своего апогея. Сосуды начинают украшать изображением личин. Красный цвет керамики и самобытный рисунок являются отличительной чертой амурской керамики. Однако, достигнув высокого мастерства, древняя цивилизация Амура сгинула, оставив археологам массу вопросов. Наша выставка заканчивается на 18-17 веках до нашей эры. В этот период произошел пока непонятный нам коллапс огромнейшей общности, которая буквально рассыпалась по мелким речным долинкам и очень долго, ну, примерно от 600 до 900 лет по разным районам края, жили вот так вот обособленно. А потом примерно где-то в 12-11 веках до нашей эры сюда пришли носители других традиций со Среднего Амура, как мы сейчас говорим, с территории Амурской, Читинской области, и принесли совершенно другие орнаментальные традиции, технологические традиции производства посуды и даже работы с камнем, и стали здесь жить, частично ассимилировав остатки местного позднеолитического населения. Но, как говорится в одной передаче, это уже совсем другая история.